Общество должно брать на себя, есть федеральный закон, например, о саморегулируемых организациях, это общественные организации, которые отвечают за деятельность коммерческих организаций, то есть это некие ассоциации, несущие коллективную ответственность, страховую, денежную, то есть финансовую, да, за всех членов этой ассоциации. Если организация начинает работать вне закона, обманывает потребителя, да, там, покупателя, потребителя, нарушает профессиональные стандарты, то она просто изгоняется из рынка, исключается, ей доступ на рынок перекрывается. Ну и также общественные организации, многие же берут на себя функции государства. Это экологические организации, защищающие экологию, защищающие права детей, инвалидов и так далее. Нормальное явление. Но работать они должны в рамках закона. Каждый член этой организации, организация в целом, сама не должна нарушать российское законодательство. А вот то, что делает СтопХам, это на грани нарушения общественного порядка.